46-й кабинет можно? Хорошо. Что? А сейчас старичок откроет. Поняла. Открытого налогового проходите. Открыто зеленый горит. Так, ложите кладем. Вдруг что? 46-й кабинет. Он говорил, что какой? Вы не пройдете туда. У меня там мать сидит, я только что вышел. 46-й. 46-й. Что еще? Еще ну ладно.
Не, не, спасибо. Здравствуйте. А вы не знаете, а что там над вами находится? Кабинет какой-то. Там надпись «Входите тихо, идет работа мозга». А что там? Не, ну что происходит? Может быть, догадываться. Надпись просто интересная. А, ну ладно, спасибо. Да нет, я уже здесь третий раз делаю. Ну давай. Ну сейчас еще человек 6, я так.